А была ли пушка? В течение 5 часов омские водолазы пытались поднять со дна Иртыша орудия времен гражданской войны. Аквалангисты по очереди прочесывали акваторию реки, израсходовав при этом 4 баллона с воздухом. Подобных экспонатов в российских музеях всего 4. Эту пушку еще 2 года назад обнаружил местный житель во время рыбалки. Крючки то и дело зацеплялись за что-то в воде. Поднять орудие решились активисты из общественной организации ветеранов войны. Помочь им согласились водолазы регионального МЧС и бригада плавучего крана. Однако на поверхность удалось вытащить лишь 50-килограммовую чугунную болванку и 3-метровую металлическую трубу. Работы велись при нулевой видимости и в холодной воде. Впрочем, общественники обещают продолжить поиски.